Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании TEIS для Lada Vesta. Модель CC3-2K с диагональю экрана 9,5 дюймов. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит очень аккуратно, без щели, без зазоров, по проводке подключается разъем. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика, выглядит достаточно аккуратно. Кнопка аварийки функционирует, все работает. И также переставляются оригинальные воздуховоды. Рамка, как и любая глянцевая поверхность, достаточно маркая, но выглядит в салоне очень хорошо. Кнопки на руле все адаптировали, работает громкость. С помощью данных клавиш можно как отвечать и сбрасывать звонки, так и переключать треки. И также есть кнопка Mute, которая быстро выключает звук. И кнопка Mode, которая переключает между всеми приложениями. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Также в комплектации данного автомобиля была оригинальная камера заднего вида. Ее также подключили. Включается автоматически при включении задней передачи. Здесь все осталось по-штатному. И также есть еще поддержка динамических линий. Информация передается по окончании автомобиля. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих парковочных линий. И также еще дополнительно установили камеру переднего вида и настроили ее так, что она автоматически включается после задней передачи. То есть вот мы переключаем на драйв и автоматически включается камера на 10 секунд, потом переходит в главный экран. Это сделано для удобства парковки, когда мы в несколько приемов паркуемся и постоянно идет переключение между задней и передней передачей. Но также еще камеру переднего вида можно включить принудительно. Есть специальное приложение. Переходим в него и попадаем в режим камеры. Она достаточно широкоугольная и все прекрасно видно, куда мы паркуемся. Также для удобства можно вывести данную иконку на главный экран, чтобы быстро получить доступ к передней камере. По внешним подключениям штатный USB порт подключили, он функционирует, работает. И также еще дополнительные два USB вывели в бардачок автомобиля. Сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще дополнительно вводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. Но также можно и раздать интернет со своего мобильного телефона через режим модем. Данная мультимедиа гораздо интереснее, чем оригинальная мультимедиа, которая не обладала всеми современными функциями. Здесь же полноценная Android-система. Работает все максимально быстро, плавно. Отклик по сенсору очень хороший. Ну и, конечно же, здесь доступны все современные мультимедийные функции. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. Например, YouTube, Яндекс Навигатор и любое другое можно скачать из Play Market. Также есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Звук интереснее, чем это было в оригинале. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Еще есть очень удобная функция разделения экрана, где можно одновременно запустить два приложения, например, Яндекс Навигатор, чтобы следить за маршрутом, и какое-нибудь музыкальное приложение, либо YouTube, чтобы пассажир смог наслаждаться мультимедийным контентом. И также множество других полезных мультимедийных функций, как, например, голосовое управление. Увеличить громкость. Включить YouTube. Обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов. Более подробную информацию вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший.
Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть, собственно, служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!